У Прынёмане ўручылі педагагічны Оскар. Цырымонія, якая па традыцыі праходзіць напярэдадні дня настаўніка, сабрала ў Гродні лепшых прадстаўнікоў навучальных устаноў рэгіёна. Менавіта з іх колькасці былі вылучаны выдатнікі сістэмы адукацыі Прынёмання, пераможцы ў 5 намінацыях. Як прагучала, кожны з намінантаў годны для пераймання прыклад не толькі ў межах вобласці, але і рэспублікі. В этом учебном году мы начали работать по применению критериев оценки качества воспитания, и наша школа была опорной площадкой, являлась опорной площадкой для всех, наверное, школ нашей Гродненской области. В ходе мониторинга мы получили данные, которые нужны классным руководителям для того, чтобы спланировать дальнейшую воспитательную работу с классом, с родителями. И эта система мониторинга послужит основой для анализа воспитательной работы и планирования в дальнейшем на следующий учебный год. Символично, что услед за угонарованием профессионалов у областном институте развития адукации витали молодых педагогов. До слова, таких у регионе 700. 38 из них под час мероприемства были урочисто приняты у виртуальную школу молодого педагога. Электронный ресурс позволяет дистанционно отримывать информацию об новинках, переймать в опыт и выслухивать парады от лепших педагогов в области. Дистанционная школа – это электронный ресурс. И чтобы туда войти, нужно получить логин и пароль. И вот у каждого учителя все свое. И поэтому четко видно, кто задает вопрос, кто вошел, кто сколько посетил, надо ли ему помощь. Даже если просто он зашел, тут же будет виртуальный вопрос. Вам нужна консультация, по какому вопросу мы сейчас вам поможем. Так как я преподаватель иностранных языков, у нас же получается компетентностный подход, и информационные технологии — это в первую очередь. То есть у нас не только общение, но еще и технологии, так как весь мир уже давно перешел на это, и Беларусь тоже должна переходить, как уже и переходит, но постепенно и правильно.